Жительницу Лунинецкого района подозревают в заражении ВИЧ-инфекцией своих половых партнеров, сообщили в СК. О своем положительном статусе 34-летняя женщина узнала в 2013 году. Тогда ее предупредили и о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, и об уголовной ответственности за их нарушение. От связи с мужчинами леди не отказалась, при этом она не предупреждала их об опасности. В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело – заражение вирусом иммунодефицита человека. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Рассматривается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.